Он не только поет. Больше Дмитрий Певцов известен своей актерской игрой в театре и в кино. Артист с богатой фильмографией и опытом. Он работает на главных театральных сценах страны. Снялся во многих известных фильмах. Особенно полюбился зрителю в сериале «Бандитский Петербург», который стал популярным в начале 2000-х. Забыли, проехали. Но машину, квартиру, фирму Лимону надо вернуть. А работа он будет с нами. В Крыму Дмитрий Певцов часто бывал в детстве, отдыхал на побережье. Полюбилась Ялта, Севастополь, Балаклава и Симферополь, рассказывает актер. Будучи уже известным, Дмитрий Певцов наслаждался полуостровом, участвуя здесь в съемочном процессе. Здесь же такое благословенное место, и вообще намоленное, и политое кровью обильно. И, ну, можно сказать, ну, святое. Святое – это как полуостров. Есть много и святых мест, и вот совсем недалеко здесь мощи Луки воина Ясенецкого. Он Крым, он спокойный, мудрый и вечный. Вопреки санкциям со стороны Прибалтики и Европы, в российский Крым он приехал с концертной программой. Как отразится этот визит на дальнейшей деятельности народного артиста России, пока неизвестно. Дмитрий Певцов четко придерживается своей позиции по этому поводу. Я не знаю, мне это глубоко фиолетово. Я еду, у меня выступление в России, а то, как только к этому относится, у меня уже вот и в Латвию меня уже в черный список внесли, мне не привыкать. В жизни и творческой деятельности для артиста важна душевность и искренность. Именно это он находит в Крыму. Анастасия Калугина, Евгений Стариков, служба новостей ИТВ.